Улица Победы, 7А, второй корпус. Ремонта в подъезде не было очень давно. Состояние помещения ужасает. У меня обращение по поводу ПЖРТ «Советский» в связи с тем, что он не соблюдает санитарно-гигиеническое, техническое и эксплуатационное обслуживание нашего многоквартирного дома, не реагирует на всякие мои обращения, и также, я думаю, что обращения других жильцов данного дома. С февраля месяца они не могут нам дать четкий ответ, когда будут выполнены наши заявки. Говорят, статус заявки не можем сказать, можем только переназначить заявку. Переназначаем заявку уже более 2 месяцев. Первая заявка это была по поводу разбитых окон, потому что их должны в зимний период, я подавала, в течение суток должны были отремонтировать. Никто не пришел, сейчас уже будет дождь. Потому что в течение 3 суток можно изменить. А второе, это то, что у нас нет освещения. Соответственно, если рассматривать внизу, то это состояние всех почтовых ящиков. Мы не можем получить нормальную квитанцию. Квитанция, как видите, у нас приходит на лестницу. Мы хотим оплатить, но мы не можем найти свою квитанцию в этой большой куче. Никто не убирает это, и все антисанитария страшная. Вот немного потеплеет, и начнутся комары и мошки. С 91 года я живу в доме, ни раз не было ремонта подъезда именно, чтобы застекли стекла, поставили и побелили, покрасили. По постановлению 170 у нас должен подъезд ремонтироваться 1 раз в 5 лет. Я писала им письменное заявление через электронную почту, хотела узнать, когда у нас в последний раз происходил ремонт нашего подъезда, но мне никто не написал, не ответил. Вот. Очень бы хотелось узнать, когда устранятся все данные, нарекания, нарушения по поводу нашего многоквартирного дома. Единственное, что я видела, смотрела, когда у нас будет капитальный ремонт в 2024 году, по-моему, крыши, все единственное. Но до 2024 года и жить в такой обстановке, это не каждому, мне кажется, понравится и вообще. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи.